Всем доброго времени суток. Что, третий день, да, нашего пребывания, по-моему. Мы уже позавтракали и сегодня решили не ездить на море, а побыть у бассейна. Ну, так нам захотелось. Завтрак не стала снимать. В принципе, все стандартно. Если что-то интересно, конечно, пишите, уточню, отвечу. Села и солнце в глаза, ничего же не вижу. Я немного тревожилась, что будет в Кемере прохладно, но и вечером, и утром тепло и жарко. Территория убирается, порядки наводятся, и это отлично. Дзен плохо грузится. По мере возможности буду загружать, конечно. Ну, а так все прекрасно и удивительно. Муж сказал, вода теплая. Нет, свеженькая. Я бы, может, конечно, так не привыкши, пока не привыкла к воде, но свеженькая. Пока еще никто не плюхается. Ну и в принципе отель 16+, и поэтому не особо некому плюхаться, вот как. Все, хорошо. Вот и наши VIP-места. Будем валяться. Окунулись мы в бассейне, проплыли вперед-назад. На море вода теплее. Я понимаю, что там солено и так дальше, но бассейн-то стоит, ну, никто же его не буробит. Ну, короче говоря, вода прохладная, на море теплее вода. В этом отеле чудные напитки. Оригинальная кола, что большая редкость. В принципе, вот это вот вся территория отеля. Вечернее шоу. Столики то ставят, то убирают. Бассейн компактный, но вместительный. Там душ, туалет. Все имеется. А также голубое небо. Эх, жалко, горы никакой не видно. Из-за корпуса. Ну ладно. Решила все-таки снять, показать, чем нас тут подчивали. Ой, время еще 10 нет. Ну, эх, время я выбрала неудачно. Короче говоря, здесь жарили гюзлеме и яйца. Вон картофель фри уже приготовили. Потому что с 10 уже поздний завтрак с гамбургерами, с картофелем фри. Ой. Здесь тоже все можно сделать гамбургеры, сухие завтраки, сыры, шоколадная паста, хлебобулочные изделия, булочек тоже предостаточно. Но они сами их здесь не пекут. Картошка отварная, омлет с грибами. Суджук, каша манная, вчера была геркулесовая, яйца, я так понимаю, вкрутую и всмятку. Здесь вот такие сыры, косичку вот сегодня взяли, такая соленая, а вот это, конечно, чудный, и с зеленью замечательный. Также джемы различные, овощи. На завтрак сюда вафли, печенье, соломка, горох, лукум розовый. Арбуз был очень вкусный. Я так с удовольствием поела на завтрак арбуз.
А это йогурт. Хочешь белый, хочешь уже вот. Я думаю, что это с клубничным джемом. А это какой-то желтый. И, разумеется, оливки. Все, что надо для завтрака, есть в наличии. Добро пожаловать с нами на обед. О, грибной суп. Хорошо. Стол со свежениной. Шпинат, оливки, грибы. То что-то йогурт с какой-то кукурузой. Не знаю, похоже на томатную пасту вообще. Баклажаны, нут, колбаса с морковочкой, салат. Печенка куриная. Вчера понравился мужу вот этот вот такой кекс с оливками. Цветная капуста в кляре. Колбаса, перец, болгарский сыр. Аджика чудная, чудная. Хумус. Брюссельская. С фасолью. Цветная. Спаржевая. Это что? Тоже что-то с чем-то намешали. Пирог. Баклажаны, кабачки фаршированные. Это рыба, по-моему, на гриле, то есть не копченая. Ну и все. Тут горячая. Думала... В общем, написано, что это рыба, хотя я думала, что это индейка. Возможно, тунец, потому что плотная. Парей, мой любимый. Стол разносолов. И, разумеется, десерты. А, вот релечик появился, наконец-то. Свежий, сейчас возьму, буду лакомиться. Все свежее, все вкусно. Пообедали, повалялись, мороженка отведали. И... Я вытащила прогуляться перед ужином. Прогуляться туда, в центр. Ой. А что лежать, валяться-то? Понятно, что здесь те же самые магазины, те же Вайкики де-факто. Но это же немного другой регион, другой город. Туристический район. Другая расстановка в магазине. А вдруг? Нас затянуло небо. И гремит гром. Ну, я думаю, что ничего не польет. Ну, или польет до ночи. По-прежнему жарко и душно. €10. Приглашаем вас с нами. Мирова. 150 лир. Соки. Сегодня меня... накрыла и хотела вам записать ролик из раздела «Вся правда об отеле». Но потом я повалялась, переосмыслила ситуацию. А то вдруг много гнева выплесну.
Но потом что-нибудь обязательно запишу. Отдельное видео про плюсы, про минусы или вообще про наше сугубо личное впечатление об отеле. Далековато от центра немного, мне кажется, расположен, но это не особо важно или не особо минус. Завтра на пляж обязательно поедем. Сегодня не поехали на пляж, на бассейне мы были. Пожалели. Надо было ехать на пляжик. А пляж находится, я уже говорила, что далеко, знаете, прям при въезде в Кемер. Прям напротив вот этих вот букв, где написано Кемер. И там находится пляж. То есть далеко. Тоже приехал в Кемер отдыхать. А наши новые знакомые сегодня уехали в Бейлек, в отель Legend of Legends. Знаете, да, про этот отель? Мы как-то там на шоу были, но они поехали именно в аквапарк покататься на горках. Экстрима на парашюте им показалось мало, и они решили еще покорить тамошние горки. На это самое. В 9 утра они уехали, по-моему, и в 5 они оттуда уезжают. Ну, примерно полтора часа ехать оттуда. О, гремит. Оттуда примерно полтора часа ехать вот до отеля. Поэтому к ужину только приедут девчонки. Постараюсь потом спросить об их впечатлениях. Одна из них уже была до этого, а другая нет. Так, мы уже у башни. Сейчас немного по диагонали. На самом деле здесь, по-моему... Ну, ладно, мы знаем как минимум два Вайкики. До этого мы здесь были на площади ночером, я бы так сказала. А сейчас только вечереет. Немножко все по-другому смотрится. Влажновато, да? Влажно. Мы уже внутри. Ой. 250 лир, какая куртиночка. Ой, пардон, это, господи, боже мой. Обманулась я, это футболка висит. А так, а куртка 1300 стоит такая. Вот такая утепленная. Из искусственной замши. Ага, Made in Harley Davidson какой-то кожа. 1800. Для женщин еще вниз спускаться. Ну, пойдемте. Кристаллир. Вельвет, пудра, бейсболка. Приятная. Правда, муж скажет, я тебе говорю, что ничего. Но зато прогулялись. Лучше, чем сидеть в отеле бесконечно. Так, почем бабочки? По 360, хорошо. Такие кардиганы. Не сильно длинные, по 500. Приятные. Все что-то ищут, находят. Всем что-то надо. 1000 лир. Такой жакетик. Достаточно приятный, на мой взгляд.
900. Куртка с капюшоном. Вот такая классика жанра. Нравится. Такая шифоновая. 600. И куртки уже, и теплые вещи уже появились. Ну, замечательно. А еще лучше, когда прошлись, прогулялись, и ничего не надо. Тоже неплохо. 400 лир. Уделю внимание мужским плащам. 2000 стоит. Привлекли внимание. В черном, бежевом цвете, да? Ага, одинаковая цена просто. И ткань хорошая. Прям хорошая ткань. Да. На подкладе все как надо. Это жилеточки вот эти всегда вроде бывают. Ой, увижу, нет цены. 1100. Вот такие. 700 лир. Мужские джемпера. Да, вот на замке, вот на силуэте. А есть разные цвета еще. 700 лир джинсовые. Вот такие еще понравились мужские. 700 лир кофты. Кофты, джемпера, кто там они? Вязаные эти. Или вот такие с капюшоном. С капюшоном тоже 700. Из кармана. Хорошего качества. Ну все. Спасибо, Вайкики, за прогулку. Выходим. Не нравится они. Не нравится? Что-то, ага, сегодня что-то уже... не нравится нам пиджаки. Ну ладно, в следующий раз понравится. Оп. Как хорошо там было с кондиционером. Ой. Ой. Это Вайкики, где 82, вот, Салы Пазары. Рядом Фло обувной. Мигрос. Да, чуть дальше Мигрос, ага. А там, не знаем, что-то не ходили еще. Ладно, в следующий раз. Восхитительные зеленые горы. Тучи. Цветочные клумбы, радующие глаз. Переходим пока. Никого нет. Приглашаю вас с нами на ужин. Еще никого не пригласили, а я уже себя пригласила и вас. Зайду, поснимаю. Пока никого нет, я думаю, что... Мне руки, ноги не оторвут. Вот видишь, никто ничего не отрывает мне. Каких-то тортиков наделали, прям приятно посмотреть. Ой, локма, боже. Прям что-то сегодня это сладкое изобилие. Локма, ага. И повар тоже хвастается своими достижениями кому-то из своих. Так, соусы, разносолы. Боже, я ничего не поняла, что сегодня день рождения у кого-то тут. Фрукты, арбуз, виноград. В обед был виноград без косточек, очаровательный. Дыня, слива, груша, грейпфрут. Это тоже сливу, по-моему, нафаршировали. В прошлый раз груша была фаршированная рисом, а здесь слива. Вот любят изощряться. Так, ой, ну-ка, кыш-кыш-кыш-кыш-кыш, зараза. Сынок, что-то в лаваш завернули, не пойму, что, если честно. Не пойму, что. Селедка под шубой. Но это, конечно, я придумала.
Вот это макарошки турецкие шахрия. Что там брюссельское? А-ля оливье. Кысыр. Кысыр. Свеколка с кукурузой. Это... Господи, да тот же самый кысыр. Тоже. О, запеченные перчики я люблю. Рулет. Шпинат с яйцом, что ли, завернули. Ну, хлеб, разумеется. Тут суп какой-то наварили. Овощной, я так полагаю. Зелень свежая, приятная, сочная и пушистая. Наверное, какие-то кабачки. Аджика. Ну, приятно, когда с хорошим настроением. Молодцы, молодцы. Мужички, так, хумус. В обед сегодня ела с удовольствием шпинат, полезная вещь. Так, а что по горячему? Ну, это турецкие манты, ну, а-ля пельмени, но фарша там со спичечную головку. Опять картошка с апельсинами, с лимонами. Это... Написано рис, но мне кажется, это не рис, какая-то чечевица, не знаю. Так, курица с соусом. Апельсины. Наверное, некуда апельсины задевать. Так, а тут грибы жареные. Картофель. И медальон из телятины написано. Стали ставить эти самые названия, а то не было. Телятики, вот как красиво, как нежно написано. Ну все, телятику будем есть и не только. Куриные потрошка. Ну все, ждем, когда загорится свет и стартуем. А на улице гриль всегда еще. И Александр пошел за грилем, я не пойду туда. Видите, там уже активность повышенная у людей. Я не пойду. Но что там будет вкусного, он обязательно принесет мне в клювике. О, свет зажгли. Ну и все. Бегу за тарелкой. И за телятинкой.